Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Снова я в лесу. Мы вот с Никитой сколько раз ездили, березка валяется. Подъехал посмотреть, живая ли она, можно ли ее взять на валежник. А в лесу красота, тихо, хорошо. Так, вот березка. Я так и не понял, вот она как бы не сильно длинная. Ну тут я и веточки попилю. Связи с корнем у нас нет никакой. Дерево абсолютно мертвое. Главное, чтобы не гнилая была сильно. Не сильно гнилая. Ветки тоже распилю. Вот тут. А тут, походу, когда-то кто-то ее валил. Но было это, судя по всему, давно. Либо она была нагнутая. Только странно, что-то забрали. Ту часть, это получше она была. Там еще две осинки есть, надо будет подойти и посмотреть. Там же еще одна дорожка есть. Сейчас с березкой. Березку разберу, а там посмотрим. Так. Надо только перепарковаться, а то я встал неудачно. Вот еще сухая. Сухое какое-то деревце. Абсолютно сухое. Тоже можно будет попилить. Сухая прям палки. Хворост валяется в лесу. О, прям четкая. На дровишке сейчас самый раз. Так, ладно, сейчас разберу березку. Машинку еще припакую. Никуда не зашел, уже он весь в колючках. А тут поле рапса было нынче. Желтая, красивая. Так, ну все, встал, а то там заехал сразу, там калини заметил. А груженный-то я не тронусь. А машинка у меня, как всегда, маленькая. Но она упертая. Все, сейчас березку загрузим. Посмотрим, сколько будет по загрузке. Ну и ветки крупные тоже попилю все. Что дрова такие бросать жалко. Хорошие. Если не прелая, то заберу прям всю. Вот и все, 28 минут. Для вас это было быстро. Для меня долго, спина устала, большие ветки пособирал, в кучки сложил. Под прелые ветки, прелые же. Сам ствол как бы центральный, основной, более или менее. Но такая же полусухая. Ну и здесь плюс, таскать будет легко, полегче. Ну и за раз, я думаю, увезу. Все, тут в принципе немного. Ой, сейчас самое веселье. Начну, наверное, с крупненьких. Тут он бутылки валяется. Ну, край поля. Кстати, мы тут уже с этой стороны не пошли с Никитой. Нынче только край поля здесь ходили. Находок было мало. Ну, вот крупные ветки попилил я. А, ё-моё. Вот откуда эта береза. Макушка. А я что-то не посмотрел даже вверх. Я думал, это вон там комель был. Нет, этот, видать, ветер был, оторвало. Ну, странно.
Она тоже стоит мертвая. Но такие деревья... А, нет, не мертвая. Нет, мертвая. На ней уже листвы нету. Хотя на той ветке маленькая есть она. Но брать такое нельзя. Вот. Связи с корнем нет, листвы нет. Признаков жизни у дерева нет. Такое можно брать. Ну, у нас, по крайней мере. А все остальное, даже там вон, вон она нагнутая, да? Сейчас покажу ближе. Вот. Дерево. Вот оно. Нагнутое. Но связь с корнем имеет. Его брать нельзя. А то, что вот валяется без признаков жизни, без листвы, без хвои, и связи с корнем не имеет, это у нас валежник. Ну, много, конечно, прелого, плохого. Ну, можно повыбирать, в принципе. Вон там тоже осина нагнутая. Дальше. Ну, они пойдут, таскать туда не буду. Там поближе все осинки. Эти рейс будет неполный, загрузим. Посмотрим, зайдем. Так, все, начинаю загрузку. Здесь я прям до самого камня все распилю. Ну, как камня, обломка. Вот. Котел у меня маленький, почему чурочки такие маленькие, 35-й, где-то 35, ну, до 37, наверное. Что у нас на 40, как бы большие мне нельзя, чтобы потом дома не пилить второй раз. Все, сейчас будем загружаться. Дровишки в прицепе. Фу. Я таскал на дольше, собирал, чем пилил. Место еще есть, но я, наверное, поеду домой. Лес большой. Для оки. Ну, все у нас сыроватое. Ветки маленько прелые, но на дрова самый раз. А целое дерево не забрал за раз. Оно стоит еще. Я от него только вот макушку забрал. Ну, ветки прибрал. Это у нас край поля. На поле валяться не будет. От дороги просто мясники сколько раз ездили мимо. Смотрю, валяется прямо на поле. Ну, странно. Ну, сегодня съезжу, посмотрю. Есть ли связь с корнем. Вон там еще палка лежит. Можно забрать ее тоже. Сухая. Не, не буду. Лес так большой. Помчусь я до дома. Тяжело. Вот тут пока дорога сухая. И без подъемов. Спокойненько проеду. Но вес хороший. Вот сосняк, то что сухой вожу, там вот это на, с горой прям нагрузить, чтобы так же было. Ну тут есть и плюс, уже пилить его дома не надо, но есть большой минус, его надо колоть. Так вот. У меня есть хороший колом, потом поколем. Еще колеи, только по сухому с телегой ездить.
добрался до дома без происшествий. Так, запасы мои, кто впервые на канале, горбыль я пилил станочком. Это вот толстую подраспиловку руками уже. Это у нас все под станок тоже. Тут, по-моему, 5 рейсов. Или 4. 4 или 5. Ну вот сегодня такой неполненький, но тяжелый. Сейчас выгружу сюда горбулю, потом все равно колоть все это дело. Да, выгрузка, не загрузка. Быстро думаю, что воняет там Анатолий там. Что-то в бане жгет. Прям жесть. Неплохая получилась кучка. Вообще неплохая. Немного, конечно, но тяжелая.
Вес большой. Видать, сломался, но не так давно, что весной с ней пахали. Значит, она сломалась либо после посевной, скорее всего. Потому что под березой поле было пахано. Но сломалась, понятно, почему она уже все уже была мертвая. А, труха. Преленькая. Ну, мне пойдет. Колуться, не знаю, как она будет. Потом попробую попозже. На днях поколю. Все. Благодарю за внимание. Всем добра. Всем пока. Пишите свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Кому не нравится, вниз. До новых встреч.